Так, начинаем наш очередной, шестой уже по счету выпуск новостей Беларуси и мира. И сегодня хочется начать с событий, на которых мы остановились в прошлый раз. Это события, связанные с митингом против аккумуляторного завода, которые прошли 14 октября, на которые приехал Николай Статкевич. Вы помните прекрасно эти события, поэтому особо на этом останавливаться я не буду. То есть, если вы смотрели трансляцию стрима на канале «Народный репортер» или ретрансляции у других пользователей, вы видели, что происходило, как люди вышли, чтобы выразить свое недовольство против строительства аккумуляторного завода в Бресте. Статкевич, Петрухин были задержаны, как и некоторые другие участники этих событий. Итак, остановимся поподробнее на следующей новости. Вы знаете, что эта неделя ознаменовалась крупным событием, которое, возможно, еще будет не одно десятилетие обсуждаться, войдет, безусловно, в учебники истории. Это отпадение РПЦ от Всемирной Православной Церкви. Ну, как говорят некоторые люди, расколом это назвать нельзя, поскольку церкви не являются равными. То есть Русская Православная Церковь является дочерней от Константинопольской. И они сами как бы получили 500 лет назад право на автокефалию. А теперь они сами, по сути дела, отказались от этого. Они заявили, что разрывают общение с Константинопольской церковью. И вот, патриарх Кирилл приехал в Минск по этому поводу на заседание синода РПЦ. И когда он приехал, об этом сообщил один из священников белорусских, Александр Шрамко. Он выложил в Фейсбуке пост по поводу охраны патриарха, по поводу его поведения, как он себя повел, не вышел к верующим, которые пришли его ждать. То есть все это он обличил как бы, ну, корректно, без каких-то там оскорблений. И получил за это, тем не менее, наказание. Наказание жестокое, неравномерное поступку, несопоставимое. Он был запрещен в служении, насколько я знаю, на год. Вот тут пишет The Village. Минского священника, который раскритиковал российского патриарха, уволили. Вчера мы писали, что священнику Свято-Михайловского православного прихода в Минске Александру Шрамко запретили проводить церковную службу. Охрана московского патриарха Кирилла объявила священнику, что он сильно задел митрополита. Церковному руководству не понравилось то, что священник опубликовал фотографии с охраной патриарха и его автомобилем. Сегодня Александра Шрамко официально уволили. Как сообщает Радио Свобода, его освободили от должности священника без права служения, ношения иерейского креста и преподавания благословения и преподавания благословения. Основанием для увольнения названы систематические публикации в СМИ сообщений, которые порочат православную церковь и сеют в сердцах людей вражду и ненависть. Вот фотография указа на русском и белорусском языках. Вот указание. Уточняется, что через год будет рассматриваться вопрос о дальнейшем служении Шрамко в иерейском сане. То есть на год он запрещен, а потом будет еще иерейский суд церковный. Такие дела. Далее по поводу РПЦ. Радио Свобода, как раз вот на которое ссылались в предыдущем сообщении, сообщает так. РПЦ спынила стосунки с Константинополем в виде Менской заявы и фото. Значит, это по поводу пресс-конференции. Ну, пресс-конференция длинная, это минут 15, видео я запускать не буду. Зачитаю самое основное, что сообщает Радио Свобода. Чальцы синоду заседали стольки, кольки лечили потребным, бо формулёвки заявов вельми важные. Ну да,
Па выніках менскага пасяджэння сіноду РПЦ старшыня сынадальнага аддзелу знешніх царкоўных сувязяў мітрапаліт Валкаламскі Іларыён зрабіў заяву для прэсы. На сынодзе было прынята рашэнне аб поўным разрыве еўхарыстычных стасункаў з Канстанцінопольскім патрыархам патрыархатам. Беларуская праваслаўная царква як частка РПЦ далучаецца да рашэння. БПЦ прадстаўляе грамадзянін Расіі мітрапаліт Менскі і Слуцкі Павел. Паводле Ілларыёна гэта было вымушанае рашэнне, бо апошнія дзеянні Канстанцінополя адносна украінскіх раскольнікаў кіевскай царкве далі згоду на аўтакефалію былі беззаконнымі. Рашэнне Канстанцінополю кананічна нікчэмнае вырашыла РПЦ, а сённяшняе рашэнне было такім, якога вымагалі царкоўныя каноны. РПЦ, сказаў Ілларыён, спадзяецца, што Канстанцінопаль зменіць свае раскольніцкія рашэнні адносна Украіны. Гэтае рашэнне ён назваў злачыннымі і больш цяжкімі злачынствамі за наданне аўтакефаліі эстонскай праваслаўнай царкве ў 96 годзе. Ілларыён таксама заявіў аб спадзяваннях на тое, што ва Украіне не будзе ніякіх сутыкненняў на гэтай глебе. Ну да, как бы, кто не в курсе, Константинопольская церковь имеет право вмешиваться в такие дела, поскольку она является более, так сказать, старшей. Это Вселенская церковь православная. Есть документы, вы можете посмотреть в интернете по поводу церковных этих соборов, то есть главенства, кто там главнее чего. То есть это православная церковь русская как раз таки отпала от православия. Они пытаются поучать Вселенского патриарха, как он должен там вести дела и что, хотя это не в их компетенции вообще. Следующая новость. Теперь перейдем к делам мирским. На лидера гурту Дзецюкі завели справу за экстремизм у соцсетках. На сторонце у социальных сетках гарадзенскага музыканта и журналиста Олеся Денисова знайшлі экстремізм. Копію протакола аб заведзенай адміністратыўнай справе Денисов атрымаў на мінулым тыдні па пошце. Но эта новасць вообще-то уже была, как-то упоминалась о том, что его хотели привлечь за экстремізм. Могут, вернее, говорили. Теперь оказывается, что привлекают. В общем, поподробнее. Журналіст не ведаў, што загаданы паблік змяшчае экстремісткія матэрыялы. Цяпер старонка заблакавана. Зайсці туды немагчыма, як і зрабіць перапост адтуль. Частка 2 артыкулу 17.11 Кодексу адміністратыўных правонарушэннях прадугледжвае пакаранне ад штрафу да арышту з канфіскацыяй сродкаў, праз якія былі распаўсюджаныя забароненыя матэрыялы. Ну, то есть камп'ютар, либо там то, с помощью чего былі сделаны репосты. У ліпені ў кватэрах Алеся Денісава і ягонага калегі адбыліся ператрусы. Яны праводзіліся ў межах праверкі заявы аб паклёпе. Да, это вообще немного другое было дело. І снова па поводу церкви. Заявление Андрея Кураева. Беларускую церковь мы уже потеряли. То есть заявление какое-то довольно странное. Российский православный публицист, протодиакон Андрей Кураев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что РПЦ уже фактически потеряла Белорусскую православную церковь. Ну, вот, я тебя извиняюсь, что перебиваю, но можно по поводу РПЦ... Мы же все про нее рассказали на прошлом стриме. Не, ну по поводу Кураева, то есть он сказал, что РПЦ теряет Белорусскую церковь. Это какое-то странное заявление. Но почему вот это... Да, он ничего не знает о Белорусской церкви. Артем все это расписал на прошлом стриме. По-моему, насколько я знаю, мы это сделали. Его уже давно, Кураева, лишили там дьяконского этого сана или что-то такое. Короче, он просто от себя, я так понимаю, говорит. Итак, Лукашенко. Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на летних каникулах. Александр Лукашенко сегодня во время общения со студентами гродненских вузов рассказал о возможном способе борьбы с уклонистами от срочной военной службы. «Скосишь от армии, потом не знаешь, на ком ты женишься», —
Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с ней был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им отсрочку даем, а потом им после того, как закончит вуз, уже не хочется служить. Они ищут разные способы, отметил Александр Лукашенко. Ну и как вы относитесь к идее, что Лукашенко... Ну, если бы... Я бы эту армию, бы, что он предложил, оставил. В том плане, если бы за это платили еще нормальные деньги, и это вошло бы в стаж. И это было бы, там, не знаю, сокращение не от полтора года, а на полгода, к примеру. То есть 4 курса отучился, там, по 2 месяца попрактиковался там, тебе за это еще нормальные деньги заплатили, ты обучился... И потом ты еще, ну, тебе ксиву там какую-нибудь дают на, по поводу там, что ты умеешь обращаться с оружием, к примеру. Я по поводу конкретно заявления отправлять студентов. Так я вообще, на летних каникулах. Я вообще как в идеале, как говорю, как должно было бы. Понятно. Быть. Говорю, а так это поводу... заявление, это просто балабольство очередное. Ну да, отправлять студентов на школьных каникулах. Да. Ну почему же это балабольство? Кто-то мне говорил также на стриму, что в Беларуси есть армия нормальная. Подготовленная, я не знаю, откуда он эту информацию взял. Нет таковой нормальной армии в Беларуси. Просто какая-то пародия, нельзя сказать на это. Просто некое воинское образование. Я его нигде не... И по словам слова Лукашенко, это как раз таки подтверждают. У него нет армии, он хочет собрать ее хоть из колонии, чтобы люди в мире обращаться с оружием. Так сделай частную армию нормальную, плати нормально людям. То есть сделай не полтора года, а сделай реформу армии, в конце концов. У него любые реформы аллергия. Политическая аллергия. Ну, давайте на референдуме собирать подписи за реформу армии. Как вам идея? Ничего он не сделает. Ну, по крайней мере, общественный дискурс нужно делать в этом плане. Не крути. Лукашенко подчеркнул важность единства церкви. В общем, да, в основном одно и то же. Главные новости. Журналисты спецслужбы. Важность решения Минского синода РПЦ в одном фото. То есть собрались одни корреспонденты, если вся суть. Важность была сильно преувеличена. Никто особо с людей не пришел на это посмотреть. В основном одни журналисты только. Это среди недели было. Куропаты. В Куропатах проводили работы, насколько я помню, там дренажные для отвода воды сначала, и тракторами там без привлечения специалистов, тогда Северинец там выступал, приезжал с этими с активистами Чехольский, видели, как рабочие копали ямы тракторами, то есть они сказали, что копали руками, то есть лопатами, да. А на самом деле видно было, что там четкие были следы от экскаваторов. То есть приехали 15 октября, там накуролесили. Вот фотографии есть, чего они тут наделали. Полосы такие. Планируется побудовать дороги. Якая будет... Дороги, якая будет, то есть, ну, как-то написали. Будет вести до так званой Голгофы. Узвышенности у леску, где стоять основные помники. Поколь, правда, абсолютно неведомо, что это будет за дорога. Ти брукованка, ти драуляная. Ну, завтра в Куропатах это уже, значит, было. То есть. Ты, кстати, ну, прочитал новость или говорил, что там нашли Маузер и... Нет, еще это еще будет, я только начал. Там еще будет и про Маузер тоже. Это по поводу работ за 15 октября. А про Маузер сейчас можно найти, где-то здесь оно и было. Во всех подобных новостях просто нужно учитывать, что Лукашенко ведет уже давным-давно предвыборную кампанию свою. Любые подобные действия – это все элемент выборной кампании. Ему любые нужна поддержка, неважно откуда, неважно где, неважно кого. Лишь бы его поддерживали. Я так считаю. Но он же все делает для того, чтобы его, наоборот, не поддерживали. Его же реально почти никто не поддерживает. Как он считает. Все просто наплевать на него. Как он считает. В продолжение о Куропатах. Да, вот о том, о чем говорил Фридом, в Куропатах активисты нашли гильзы от револьвера «Наган», который использовался НКВД, в том числе и от маузеров. Вот здесь сообщение Дениса Ивашина из Фейсбука. Сегодняшние страшенные знаходки у Куропатах. Гильзы улюбленного НКВД револьверу системы «Наган» 7,62 на 38 мм и пистолету системы «Маузер», к
калібра 7,63 на 25 мм. 81 год з моменту пачатку вялікага тэрору і геноциду беларускага народа. Ва ўрочышчы Курапаты показалі страшэнныя находкі. Это тоже за 15 октября. Теперь по поводу внешней политики. Наш министр иностранных дел Макей заявил, что ведется пропрацовка махчимых визитов Лукашенко Украины ЕС. Ведется пропрацовка махчимых визитов Александра Лукашенко у шерах державу ЕС, заявил министр замежных справ Украины Владимир Макей, отказываючи на адпаведнае пытанне, паведамляе Інтэрфакс. Кіраўнік паведаміў 15 кастрычніка, кіраўнік ведомства 15 кастрычніка пабываў у Люксембургу на сустрэчы міністра Украін, удзельніц усходняга партнёрства. Праблемы ў нас ва ўзаемаадносінах з Еўрапейскім саюзам застаюцца, але ёсць адзначнае разуменне, што трэба рухацца на сустрэч адзін аднаму. Трэба развіваць взаимодеяние, якое повинно быть нацелено на повышение узровню добробыту людей, на развитие экономики краин, и это самое головное, подкреслил министр. Ну, тут как бы дальше нет особо смысла это разбирать, проблема вся в Лукашенко, то есть все уже давно было взаиморазвито, если бы он не тормозил. Не хочет он дружить с ЕС. ЕС ему нужен только как источник денег. Ну да. И опять о лукавом. Лукашенко, мы открыли вытворчасць легковых авто. Кольки там белорусского мизер. Ну, китайских, наверное, авто. Александр Лукашенко потребует больше активно развивать импортзамещение и змагаться с посредництвом. Адпаведныя задачы кіраўнік дзяржавы паставіў сёння прэм'ер-міністру Сергею Румасу, піша Белта. Мы адкрылі вытворчасць легкавых аўтамабіляў. Паглядзіце, колькі там беларускага мізер, а нам трэба, каб мы рабілі ўсё свае. Давайце будзем рабіць там сядзенні для аўтамабіляў. Хай з часам рухавікі, трансмісіі, адзначыў Александр Лукашэнка. Ён падкрэсліў, што беларускім прадпрыемствам трэба пераймаць сусветныя тэхналогіі, закупляць адпаведнае абсталяванне і вырабляць па імпартзамяшэнні ўсё неабходнае. Так тоже, опять-таки, все бы уже выраблялі давно. Если бы сюда пришли, так сказать, инвесторы и владельцы автозаводов, а так он такие условия создает, что кому тут надо, кому надо тут работать. Уже, кстати, здесь, по-моему, были Ford, и кто-то здесь, по-моему, был. Volkswagen, кажется, был. Или Mercedes. Как пришли, так и ушли. Мне больше всего интересно, когда Лукашенко говорит про уменьшение количества посредников, причем он является сам же посредником. Ну да. Главным посредником. Между Европой и Россией. Без его воли и солнце не восходит над нашей страной. Скорее, не садится. И не садится, конечно. Следующая новость. Кіраўнік партии БНФ по Минским районе Илья Добротвор працуе на рускамірскі сайт Політринг. Подчас археологічных раскопках у Курапатах у объективы фотографов трапил журналистский бэдж кіраўніка партии БНФ по Минским районе Ильи Добротвора. С посвечения выникает, что Добротвор является журналистом выдания Політринг. Ну вот она фотография, тут написано, что Політринг. Как говорится, внезапно. Кто бы мог подумать, вроде нормальный чувак, а тут оказывается... Працуе на рускі мір, на рускі свет. Політринг – гэта прарасійскі сайт, які рэдагуе юрыст са Слаўгарада Артём Агафонаў. Ну, я думаю, вы ведаеце, хто такі Артём Агафонаў. Раней Агафонаў быў сябрам АГП, але потом перайшоў на пазіцыі рускага свету. Ён солідарызаваўся з публіцыстамі Рэгнума, якіх судзілі ў Мінску. Летась Агафонаў разам з мінскім Аховником Константиновым засновали пророссийскую организацию «Громадянская сгода». Ну, это гражданское согласие по-русски, то есть.
Илья Добротвор, шматдетный батька, мая пятерых дзяцей, яму 37 гадоў, па адукацыі псіхолог, у 2010 годзе спрабаваў зарэгістравацца кандыдатам у прэзідэнты, хаця не меў патрэбных 35 гадоў. На парламенцкіх выбарах балатаваўся па сенніцкай акрузе. У выніку яму напісалі 19%. Гэта найбольшы паказчык сярод апазіцыянераў, якія не прайшлі ў парламент. Стоп, пагадзі. Я понимаю логику, ну, этих гибистов. Они берут людей, которые самые активные, ну, которые самые успешные, сказал бы так. Вот он набрал больше всего процентов, соответственно, они обратили на него внимание и начали его обрабатывать. В итоге надавили на него, и вот что мы имеем. Ну, тут все может быть просто банально. Неизвестно, опять-таки, о чем он конкретно пишет там. То есть сам факт того, что он пишет банально для этого сливает информацию. Это еще не банально смертельно. Сливает информацию, это очевидно. Именно русским и так далее. То есть подноготную и так далее. То есть, а потом я помню, видел комментарий, какая-то демократия, его начинают свои же поливать грязью. Да как же, ты же предал своих же, и что тут не демократическое? Тем более его должны на следующий день убрать оттуда. Потому что ты работаешь на других. Что тут не демократического, не могу понять. Но на самом деле у нас такие случаи не редкие. Например, руководитель ячейки БСДП Ольга Тышкевич, по-моему, по Могилевской области, она замужем за пророссийским активистом русского мира, короче, нодовцем, как его там, Павлом, ну не помню уже фамилию. Ну, в общем, это как бы не единичный случай вот наподобие таких вот происшествий. Когда вроде как оппозиционеры либо работают, либо плотно сотрудничают, либо, как говорится, там живут с идейными врагами, и как бы, ну, всех все устраивает. Вполне нормально. Это показатель нашей оппозиции. Я бы оправдал бы это тем, что у нас еще и режим такой, потому что надавит на семью, на все остальное. Ну, в оправдание Добротвора, можно сказать, у него пятеро детей, все-таки ему надо где-то деньги брать, чтобы жить. Поэтому вполне возможно, он просто ради того, чтобы заработать. Ему предложили неплохо писать там, и как бы вреда особого в этом он не видит. То есть просто журналист, корреспондент, возможно. То есть выезжать от политринга этого на места, снимать, кто-то, ну, типа, должен добывать информацию. Поэтому это как бы еще не смертельно, не означает, что он прям такой враг большой. Ну, я бы тут почему? Не спешил. Он работает на другую сторону, не непосредственно, ты понимаешь, Кот? К примеру, если так ты работал бы на одну партию, а потом бы и в то же время работал на другую противоположную партию, которая против другой работает. Так он не работает на партию, он просто корреспондент. Ну, я вот пример себе привел, банальный. Пророссийского издания в Беларуси. Да, то есть он берет, копает под наших, дискредитирует. То же самое с БНФ было. Когда полностью дискредитировали, там фашистами их называли, все остальное. Так по поводу копает, это можно посмотреть по статьям. Ты видел, какие статьи он писал про БНФ или про что-то, что-нибудь плохое? Кто? Добротвор. Ну, а что ты взял, что он будет писать эти статьи? Он же берет информацию, что писал российский сайт. Ты это понимаешь? Так а кто мешает ему взять эту информацию из других источников? То есть у нас тут все дырявое. То есть кто мешает? Он берет в партию, непосредственно там находится, и берет информацию непосредственно из самих непосредственно источников. Ты это врубаешься, как это то же самое. А подумаешь, там, не знаю, Штирлиц там работает и берет информацию. Хай, он работает, берет информацию. У нас работает, далее. У нас гражданин России руководит белорусской церкви, у нас граждане России сидят в правительстве. Да я не про это говорю, у тебя вообще, если к этому это даже внимание, на этих мелких моментах относиться, говоришь, что плевать, так у нас это ничего не получится. Ну. Следующая новость по поводу протестов в Богушевске. Жыхары Богушевска выйшлі пратэставаць супраць закрыцця лекарні. То есть больніцу в Богушевске закрывают. И народ выйшаў. То есть теперь ім прыйдзецца ездзіць далеко в другой совсем город, в больніцу і в поліклініку там. У городскім пасёлку Богушевск Сенінскага района закрывают лекарню і поліклініку. Яны абслугоўвалі за 2500 мястэчкаў и 2000 жыхароў навакольных вёсак. Теперь, то есть, все эти бабки из тех деревень должны ездить в Сенно. Так, расстояние тут указано, да, 36 километров от Богушевска до Сенна. Ну, я уж не говорю про другие деревни.
То есть это очень неудобно, особенно старым бабкам. Печально, что вот из, когда нету стримов на такие моменты, там, что не работают другие партии и так далее. То есть, к примеру, рэп, весна и так далее. То но есть, тут, понимаешь, у нас их не так много активистов, то есть они рассеяны в основном в крупных городах. Так я вот про это говорю, что ну, нужно им маленькие города развивать в этом плане. Ну, в маленьких городах просто у них нет представительств, поэтому там сложно. То есть активисты там могут быть, но им сложно там работать. Если ты будешь, допустим, как паук, вот один он работает в селе, но это редкий случай. Ну, вот но он просто активист, он, как говорится, селе. Сам за себя. Ну, вот таких людей, как паук тогда. Ну, или честно вот, говоря, да, я не понимаю, почему такого нет. То есть, на самом деле, ничего сложного. Если есть, например, телефон, есть канал на YouTube, то можно снимать, вести стримы и сообщать просто о том, что происходит. Или просто, если у вас есть телефон, ну, у вас не распиаренный канал, ну, ноунейм, можно так сказать, заходите к нам, и мы вас ретранслируем, соответственно, и с вами общаемся потом. Из места событий. Да, присылайте информацию о своих каналах, присылайте, пишите в комментариях под этим видео ссылки на свои каналы, на свои группы в соцсетях, на профили, заходите к нам в Discord, в нашу группу, в Телеграме, для того, чтобы не только знать анонсы, но и просто пообщаться. Также, конечно, хотелось бы сделать заявление по поводу завтрашнего мероприятия. Завтра в 15:00 состоятся дебаты между анархо-коммунистами и либертарианцами по адресу Кальварийского 1 возле выхода из метро Фрудинская. Если вам интересна данная тема, приходите, и вы можете это увидеть вживую. Все же в силе, кстати говоря, все нормально? Алексей здесь присутствует. Возможно, Алексей поподробнее хочет сделать заявление по этому поводу. Что-то еще добавить? Добавить к чему именно? Вы тут много наговорили. То есть не считаешь пока нужным ничего добавить, как бы больше тут нечего сказать, да. Возможно, какое-то есть там пожелание, просьба или еще там что-то. Тут пишут, что отменились дебаты, пятики. Я что-то хотел сказать, но мне вылетело из головы. По поводу этого, по поводу импортозамещения. То есть человек, да, действительно в прострации находится. Он думал, что построит автозавод и пойдет рента. Оказалось, что нужно не автозавод строить, а полный цикл производства. Но он же начал не сначала, а с конца. Сначала автозавод, а потом под него цикл производства. Естественно, это полностью неадекватное, как бы, поведение, потому что невозможно сделать конечный расчет без полного цикла производства. Своего, да? А с чужим можно сделать расчет, что Джили будет выгодно. А со своим производством уже неизвестно. У него же нет своего производства, чтобы это посчитать. Поэтому сначала нужно делать, я не знаю, завод по производству шурупов и всяких кресел, выходить на мировой рынок кресел и шурупов, завоевывать там доминирующее положение, а уже потом строить автозаводы. Иначе ренты не будет. Получается, что мы в очередной раз наблюдаем, как наш человек не способен в элементарный менеджмент, просто в примитивный. Ему просто стрельнуло в голову, он захотел сделать, и все. И люди сделали его каприз. То есть построили ему завод. Вот как знаете, есть каприз построить дворец, бассейн и так далее. Вот есть завод построить каприз. Он думает, что это типа круто, современно и так далее. Но это все культ карго. Никакой эффективности, полезности этот завод не несет. Просто прожигание денег и ресурсов жизни простых граждан. Алексей, вот тут пишут в чате, Алексей Троцкий пишет, отменили уже дебаты, говорит. Анкомы попросили перенести. Что? Поэтому пришлось перенести. Анархо-коммунисты попросили перенести дебаты. На какой? Поэтому, к сожалению, нам приходится переносить дебаты. Переносить на какое? Я не знаю, когда они скажут. Они сказали, через несколько дней они договорятся. То есть завтра не будет ничего? К сожалению, нет. Поэтому я хотел тебе сказать, зашел тоже сюда, чтобы ты не ехал.
А, ну правильно. А то как-то ты сидел и не сообщил ничего. Нет, нет, я как раз зашел для того, чтобы тебе сообщить. Угу. Я думал, сейчас новостной стрим закончится, я тебе об этом скажу. Не, еще лучше, хотел сказать... лучше в эфире, а то анонс-то был. Да, да, да. Так что правильно. В общем, да, информация такая, что отменяется это. Это очередное подтверждение тому, что общество без каких-то там командиров, начальников, организаторов не в состоянии организоваться. Так а одному же человеку вроде как надо организоваться, тому, кто будет. Нет, так я-то со своей стороны все сделал. Нет, так я про анархистов говорю. Все, помещение арендовал, все как положено, время и так далее. А у анархокоммунистов какие-то дискомфорт какой-то по этому поводу. Они там что-то там не согласовали между собой, там и новости им неправильно не сообщили вовремя и так далее. Ну, о том, что помещение арендовали и так далее. Короче, непонятно. То рекламу поздно дали, зачем она нужна рано. Ну, вообще такое. Произвольные вещи. И мы видим, что у них что-то там сложно. А представляете, если бы у них вся страна была у власти, как бы они могли организовать производство и так далее, тоже бы все время согласовывали. Так они же самостоятельные по логике, то есть они не могут даже, получается, а кто, то есть если они отдельные ячейки, как они даже говорят, эти коммунисты, точнее анархо. Они отдельные атомизированные. Не могут отдельно, не могут отдельно там, они же знают, они же начитаны, каждый из них как индивидуум. Почему каждый из них не может пойти на дебаты? Где там логика? Написали о том, что мы, сразу было написано, что мы самоорганизуемся на месте чуть что. Отлично, я подумал, вот это настоящие анархисты. Потом оказалось, что, оказывается, у них какие-то дискомфорт, проблемы, там не оповестили, там не решили вопрос безопасности. Короче, какая-то ерунда вообще, я не понимаю. Короче, они просто не хотят. Представляете, если бы Ленин звал на революцию, а товарищи революционеры сказали бы, ой, ну у нас тут не решен вопрос, там, я не знаю, по журналистам, по безопасности, мы не пойдем никуда. Алексей, зачем вообще в реале это устраивать это все, когда есть технические возможности делать это все на дистанции? Ну, во-первых, визуал, во-вторых, живое общение, в-третьих, видео, ну, можно сделать, работать. Не всем интересно смотреть, как просто кто-то там, как сейчас мы общаемся, к примеру. Есть скайп, есть хэнгаут. Я скажу, для чего, Федя. Офлайн это офлайн. Для популяризации организации ЛПБ. Да, это очень хорошо, то есть это визуализация причина банально. Для офлайн записи. То есть планировалось, что туда придут люди. Ну это как не бы на ранних этапах это дороговато. Нет, это дешевле. Ну в смысле это выгодно для того, чтобы не собираться просто так. Лучше собраться уже по такому поводу. Ну короче, это вопрос такой. Индивидуально субъективные и так далее. Смотри, выбрать другую тему, подменить тему просто. Да не вопрос, все. Надо просто сделать как бы и так, и это по-разному. То есть не нужно загоняться там по каким-то конкретным вещам. Сейчас строить дебаты. Сейчас конкретно стоит повестка по дебатам по фундаментальному вопросу, потому что чтобы люди знали, что фундаментально эти идеи правильные, а не эти. Ну, как бы это фундаментальные вещи, понимаешь? Ну, нужно же разбить полностью коммунистов, анархистов этих. Они, ну, не нужны Беларуси банально. Из-за них только одни проблемы. Вот была революция в Армении. Я не видел ни одного анархического флага. Ни одного. Алексей, я тебе давно как раз хотел сказать, что вот эти все коммунисты, анархисты и прочие экстремалы, да, это как бы очень слабые мишени. Сложнее побеждать дебаты всяких прогрессивистов, социалистов, но таких умеренных, демократов и... А лучше, Федя, сразу Путина и Лукашенко, ну не все сразу. Я к тому, что как бы это такая слабая очень цель. На самом деле, 2 года назад, точнее 1.5, я предлагал дебаты одному из представителей либерального клуба по поводу коррупции. И это было планировалось на радио у Романчука. Как там называется его радио, я не помню уже. Бурбалки или как что-то такое. Ну, нормальное такое радио. Бурбалки, да, бурбалки. Они с Романчуком ведут. Да. Так вот,
Ну, там у него есть радио на бизнес-центре, оно публикуется. Так вот, договорился, вроде бы все нормально, но в последний момент этот товарищ соскочил, не захотел устраивать дебат. Откладывал на завтра, и в итоге исчез. Это зашуганность какая-то. Вот мы вот на подъем все это делаем, блин, а вот они не могут. Серьезно. Поэтому как раз таки умеренные и были той мишенью первоначально. Но это все такое. Неважно, Федя, главное набить как бы бэкграунд, понимаешь? А потом уже там можно что угодно. Дело в том, что все крайние это фрики изначально, и ну не знаю. Ты так говоришь, будто это неинтересно. Фрики это самое интересное. Фрика может любой победить, любой неопытный. Ты пойди какого-нибудь убежденного этатиста, убежденного прогрессивиста, убеди какого-нибудь там убитого хилой, допустим. Слушай, на самом деле вопрос не в убеждениях фриков. Мы хотели разобрать фундаментальный вопрос. Ты видел вообще тему анонса? Да. Так в том-то все дело. Тут еще, когда ты с нормальными общаешься, у тебя еще и практически... Вот с кем я могу обсуждать эти вещи, с кем я могу обсуждать, я не знаю, Прудона, с чиновниками, что ли, или с выпускниками какой-нибудь шараги? Нет, то тут надо именно идейные люди. Если бы я разбирался в анархокоммунизме, а нельзя ли за ночь человека какого-нибудь выбрать, чтобы он выступал за анархокоммуниста? Почитать Чомски на ночь? На самом деле нельзя, потому что если человеку подкинешь то или иное анархокоммунистическое чтиво, оно все разное. Ну, то есть Прудон говорил разные вещи, в отличие от Кропоткина, например. Ну, я не знаю, на самом деле есть кое-что, что я не могу сейчас рассказать, но расскажу потом. Но в итоге, как бы, когда получится, я объясню более подробно, как, что и... Понятно. Потом. В общем, держи в курсе, Алексей, что там будет с дебатами дальше. Хорошо, я потом с тобой, Серегот, еще в личке перепишусь, там кое-что есть обсудить. Как только, так сразу. Я-то готов, как бы. Ладно, продолжим наши новости. Так, следующая новость по поводу провокации. Возле «Поедем, поедим». Туда приехал блогер скандальный Бармалей и побил ремнем активистов возле ресторана «Поедем, поедим». Вот это вот и есть Бармалей, вот этот самый русскомирный. Как пишет, как сообщает Денис Урбанович, что где-то около 14:30 приехал Кудлаев, ну это фамилия Бармалея этого, на машине как пассажир. Только вот водитель утверждает, что не знает и вообще кого он там привез. Ну, видимо, он на какой-то попутке или там договорился как-то. Или просто водитель врет. Да, скорее всего. Возможно, ИГБшный даже был водитель. Ну, может быть, потому что он уже не первый раз фигурирует в этом. Он и там на крестом факе показывал куропаток. Свезли его туда. А дальше сообщают, что он был прилично пьяный уже. Ну, понятно, ватник, он трезвый не бывает, особенно когда он свои действия... Не, ну, Кот, ты просто заметь, ну, просто я хочу слушателям рассказать. То есть, опять же, моя аналогия с жирдяями, алкоголиками, беззубами, кривозубами, моральными уродами все совпадает. Вата обычно такая есть. Это, прежде всего, вата, она по всему миру есть. Это я хотел бы подчеркнуть, я не подразумеваю русских. Русские есть нормальные. А я конкретно конкретизирую, что вот именно ватные тролли вот такие, жаробасы. Какая-то, ну, то есть все сходится. Я обычно тролли вижу, он обычно жирдяй. Ну все время мне попадается... Слово «ватник» произошло от вот этой ватной стеганой куртки. То есть образ такой, мужик такой небритый, грязный, в стеганой этой ватной куртке, в ушанке, там, с советской звездой такой, с бутылкой водки. То есть, ну, стандартный стереотип такой. И вот они пытаются... То есть они внутри и снаружи, то есть во всем. И в плане мышления, и в плане физическом, то есть без это все субъективно. Нормального вида. В общем, суть такая. Приехал он и начал нападать на активистов. В общем, провокацию устраивать. Ударил ремнем там кого-то несколько раз. Кричал и оскорблял бело-красно-белый флаг.
Вот активисты его пытаются прогнать, этого Бармалея. Ну, вызвали милицию, написали заявление. Милиция даже видео не захотела. Интересно, брать. Что по итогу ему стало? Ничего. Милиция пообещала провести проверку. То есть они отказались принимать видео, вот это фото, съемку Бармалея этого отпустили. Опросили его возле ресторана, да, но не задержали, отпустили. Я думаю, оппозиционера бы забрали уже бы давно и дали, по-моему, несколько суток. Людей берут даже просто так, ни за что. Типа ты где-то перешел не там улицу, сматерился. Пример фашизма. Потому что за оппозиционера дают премию, это же очевидно. А, ну да, за Бармалея никто премию не даст пока что. Но ну, пока... как всегда, как я говорил, везде, во всех действиях надо видеть всегда экономический вопрос. Ну вот не скажи, Алексей, у нас сейчас жесточайшая милиция стала орудовать, ОМОН ходит по таким местам, где раньше вообще не был, то есть даже в маленькие городки, ловит всех, кто немножко пьяный, ГАИ смотрит, где кто дорогу перешел не в том месте, поэтому... Ну так у них же план, им надо задержать энное количество людей, протоколов составить. Ну ладно, план надо курить. И представьте, если преступность дальше вдруг сократится, что им делать? Прям как в Америке. Им приходится каналы перебирать. Поиск планов полицейских. Кстати, Карл, слышали недавнюю новость, буквально несколько дней назад? Вообще, я был в шоке. В России в каком-то небольшом городе местный участковый давал еду людям за то, чтобы они брали на себя преступление. Да, однако. Это же вообще дикость. Это еще покруче, чем чиновник, который брал взятки товарами. Свечами церковными, пушнины. Он просто был ретроградом. Может, пушнину не пометить специальным раствором. Более щенка не пометить. Это короткая новость. Стало ведомо, сколько человек у кадровом резерве Лукашенко. Керовник администрации президента Наталья Качанова у эфира телеканала «Беларусь-1» рассказала, что уявляет себе таємничий кадровый резерв президента. По словам Качановой, на сегодня потенциальными керовниками ведомства могут стать 73 человеки. Ну вот такой, да, кадровый резерв. Не густо. 73 человека, непонятно каких. Да это не имеет значения. Они все как бы одинаковые. Кого бы ни назначили, одна жопа все время. Учитывая его недавние зазывы, которые он как-то в Гродно делал по поводу того, чтобы молодежь приглашать на государственную службу, у него то, что осталось в резервах, видимо, может оно опытное само по себе, но неграмотное. То есть какой-то опыт есть, но может неграмотно, может некомпетентно, как он считает. Ну, по крайней мере, то, что вот у меня в Орше сменилось 4 мэра за 2 года. И вот этот вот, который сейчас есть, я с ним поговорил как-то на личной встрече, он точно такой же, что и все предыдущие. И я как-то не уверен в том, что тот тайный состав, который у меня есть, это хоть что-то хорошее. Это просто очередное, как это сказать, попроще, чиновничье мясо, которое он будет выбивать в случае чего, когда ему понадобится на кого-то свалить очередную свою неудачу. Ну, как всегда, царь хороший, бари плохие. Ну, все как обычно. И теперь еще пару слов о русском мире. Михаил Бабич, это посол России в Беларуси, рассказал о спектре интересов России в Беларуси. Посол России Михаил Бабич с рабочим визитом отправился в Брест. В городе над Бугом посол посетил российское генконсульство, российский центр науки и культуры, а также предприятие «Санта Бремер» и «Савушкин продукт». Это не первый визит по нашей стране Михаила Бабича, чрезвычайного и полномочного посла России в Беларуси, специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с РБ, сообщает сайт посольства России в Беларуси. Неделю назад Бабич посетил Гродненщину. Российский посол в ходе визита в Брест заметил, что спектр интересов России в Беларуси достаточно широк, сообщает «Спутник». Михаил Бабич рассказал о цели своих поездок по белорусским регионам. Цитата. «В первую очередь мы изучаем предприятия, где есть российский капитал или есть большой объем кооперации с российскими предприятиями, большой объем реализации на российском или на белорусском рынках,
Но, конечно, нам еще предстоит реализовать большой объем работы в гуманитарном сотрудничестве, образовании, культурном обмене, вопросах, связанных с молодежной политикой и многих других. Главное, чтобы строго соблюдались поручения глав наших государств, а принятые решения шли на пользу гражданам России и Беларуси, отметил посол России. Также Бабич рассказал, что одним из приоритетных для России является визовый вопрос для граждан третьих стран, которая, надеется посол, будет быстро решена. По его словам, проблема возникла после подписания Александром Лукашенко указа о безвизе, так вот и написано, согласно которому граждане около 80 стран получили право на безвизовый въезд в Беларусь сроком от 5 до 30 суток. После этого Россия на границе с Беларусью создала пограничные зоны, чтобы не допустить проникновения в РФ нежелательных иностранных граждан. 67 странами у Российской Федерации существует визовый режим, поэтому введены правила, когда граждане третьих стран попадают в нашу страну через международные пункты пропуска. Сейчас с высокой стадией готовности проект соглашения о взаимном признании виз. Он проходит стадии согласования и в России, и в Беларуси. В ближайшее время, надеюсь, подпишем соглашение, согласно которому граждане третьих стран в рамках союзного государства смогут перемещаться по одной визе, которую они получат либо в Беларуси, либо в России, заявил Михаил Бабич. В декабре Брест станет местом встречи белорусского премьер-министра Сергея Румаса с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Главы правительств планируют обсудить вопросы, которые еще не согласованы на высшем уровне. Кстати, он ничего особо не сказал. Почему? Много еще сказал. Нет. Там ключевая сразу была. Все его слова посовелись к одному, что он будет придерживаться одних интересов, которые ему продиктовал Путин, скажем так. Вот эти интересы он будет реализовывать на территории Беларуси. Для меня все просто. Ключевое слово, мы имеем много интересов. Вот сегодня как раз я слушал Латынину, и она сказала замечательную вещь по поводу присоединения Беларуси к России. То есть... Идея такая, что Конституцию российскую не надо будет менять. Точнее, ее надо будет менять, но под соусом вхождения, соединения с Беларусью. Понимаете? То что еще она сказала? Перезайцев убивается. Вова получает новую Конституцию, такая, какая ему нужна. Александр Григорьевич спасает шкуру свою и своих детей. И что там еще? И расширяем эти, спасаем, как это... Земли русские, короче, вот. А не жирно ли будет все сразу? Ну, многоходовочка. Ну да, это ж наногений. Путин наногений. Нисколько жирно с ним не будет, но это, видимо, очень крайний вариант, потому что Лукашенко подобным безвизом, как было сказано, пытается все как можно больше оттянуть или просто увеличить срок, когда он до вот этого вот момента, когда он может на случай чего из Беларуси делать ножки. Ну, это мнение российских путинистов по поводу там присоединения, объединения чего-то. А вот Лукашенко как раз тянет в сторону Европы. Он вот хочет, как уже писали там про Макея, Макея говорит, что обговариваются возможности визита Лукашенко в европейские страны. То есть неспроста. Противодействует, видимо. Нет, он тянет всегда, в любых случаях тянет все на себя. Что он в Европу поедет, о чем надо договариваться. Все одно и то же. Ну, старый политик, сделали, он предсказуем. Я, конечно, извиняюсь, дайте перебью. Но уже сделали визу по 80, по-моему, баксов. А хотели 35. Но не смогли договориться, как всегда. Вот вам, вот дипломатия. Пример. Я уже говорил, что он предсказуем. Он не будет делать... Мне куда бежать, кроме как Россию. Ему вообще некуда бежать, его никто не гремит нигде, в случае чего. Ну, Китаем заигрывает. Нет, Китай тоже не нужен. Да, если, то есть парад был, все это было. Да, господи, был уже парад, господи, еще раз повторяю. Это ни о чем не говорить, не надо его... Это было для России показательное шоу. Ну, пусть у китайцев показать, что вы не одни партнеры у нас, и не с одними вами там парады устраивают. Так это же хорошо, наоборот. Ну, нам да, лучше так, чем никак.
Диверсификация. Ну, я имею в виду, чтобы даст нам это время для создания гражданского общества. Вот, кстати говоря, тут говорили про кадровый резерв, якобы там каких-то 73 больших специалиста у Лукашенко в рукаве есть. Тузов козырных. Вот новость. В Беларуси 20 чиновников несколько месяцев согласовывали три слова. Это по поводу качества кадрового резерва нашего. Великие мастера. В Беларуси 20 чиновников несколько месяцев согласовывали три слова. Весной 2018 года возникла необходимость изменить постановление Министерства здравоохранения от 2012 года. Для этого Министерству здравоохранения пришлось принимать новое постановление номер 43 от 22 мая 2018 года, подписанное первым заместителем министра Дмитрием Пиневичем, чтобы изменить формулировку в пункте о проведении санаторного надзора Центром гигиены и эпидемиологии Управления делами президента. Собирались почти два десятка согласований, которые были и на прежнем документе. Это чиновники в ранге министерства или приравненном к нему, и все председатели облсполкомов. Все согласования были получены до конца августа, а на национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь документ появился только 19 октября. То есть начали делать еще когда? Вот только сейчас доделали. Можно представить, как сложно чиновникам и силовикам согласовывать документы, в которых нужно изменить более трех слов. То есть три слова, все начальники облсполкомов, там министерств думали, никак не могли изменить. Но за этими словами, которые там меняли, что-то... Видимо, стоит. Они позвали своих детей, там, школьников младших, и те по-быстрому им изменили. Сами бы они, я думаю, никогда не поняли, как там надо что менять. Ну, предположим, самый лучший вариант, что в этих трех словах скрывалось что-то то, что мешало вот этой вот группе договориться. Ну, самый лучший вариант. Ну, тогда неудивительно, почему они его так не принимали долго. А в самом реалистичном варианте никакого никаких служащих просто нет в Беларуси. А вот следующая новость. Милиция працевала в офисе Тутбай. Хтось прислал листы с погрозами выбуху. То есть, ну, не так давно было вот это дело с Белта, с арестами там и с обысками в независимых изданиях Белопан, Тутбай. А теперь опять. Не оставляют в покое. Собака с милицией пришла. Что вот тут пишут? Ранее 19 кастрычника милиция, следствие и эксперты прасуют в офисе компании ТА-100 работ тут, у Минску. Неведомый дослал несколько листов с погрозами выбуху у будинку. Короче, сказали, что заминировано. Прикладно в 9.30 в офисе працуют правоохранники, а так само супрацовники следственного комитета и криминалисты Держкомитета судовых экспертиз. Проводится проверка по факте погроз, высветляют особу и мотивы автора листов. Вот уже праз нескольких один особа зломысника стала вядома милиции. Ему 30 годов. Два года тому мужчина уже был осуджены за заведомо и лживое поведомление об небезпеце. Теперь же его чекает новое покарание от штрафу до 5 годов позбавления воли. Ну, тут оперативно сработали, на удивление даже. Ну да, можно подумать, что это специально засланный провокатор, как можно выразиться, но... Мне просто интересно, с чего это вот этот человек решил заминировать кавычек футбол. Никаких причин для этого нет. Начитался и... новостей. Ну, начитался новостей, мог что-нибудь... А, видимо, он решил заминировать именно футбол, потому что это самое безопасное. То есть, прямо заминировать, как он говорится, какой-нибудь метро, вот так просто не получится. Кстати, это был не последний провокатор на сегодня. Вот следующая новость опять-таки. Провокатор распочал бойку у куропатах. 19 кастрычника молодофронтовец Дмитрий Дашкевич разом со своими поплечниками усталевывал 20 крыжов во урочище Куропаты. Дашкевич ставил новые крыжи у память об забитых по пятницах. Вот ставит по пятницах. Ну, у них там смена. То есть в среду, насколько я знаю, северинец из БХД, в какой-то другой день там другие, значит, разные партии взяли смену. Так вот, значит, в этот день
у молодого фронту дежурство для ресторана, поедем, поедим. И вот так вот этот вот человек пришел, вот тут есть даже видео. По крыжак, вы это разумеете? На вот что вы скажете о подрыве? А что вас на этом крутом бумере не задовольняет, что мы тут робим? Вы пришли поскакать по крыжах? Я пришел. Да. Узнать. Я пришел узнать и спросить. На основании какого документа? На основании какого документа? А вы кто? Я гражданин. И что, я повинен громадянину документы свои показать? Я прошу ваших. Ну. Я прошу, что вы тут где-то что-то делаете. Сформуйте запрос 102. Давай працевать далее спокойно, и все. Я пропоную не звертать уваги. О, подъехала. Как раз под провокатора на бумера прискакал хлопчик. Заскочил на брус. Давай скакать тут. О. Так, я думал, хоть все не обидится без вас. На во что это и провокаторы тут. Что снова не так? Ну, номер можно сфоткать на вселяки. Что снова не так? Этот веселый парняга с барсеткой. О, привитание! А что снова ударилось? Что снова ударилось? Куда пошли? Слушайте, а что это чиновники на фольцах ездят, а не на джили? Ничего не разумею. Президент сказал всех на джили посадить. Збите, но порушаешь. Да это вы порушаете. Порушаешь. Вы порушаете, у вас звалка у куропатах. Никто не прибрал звалку. Ну, а вы с дозвола Минкульта бидон не прибрали. Асфальт не прибрали. Боты гумовые со шклянками не прибрали. Так вот лепш бы ну. Допомог. Да коли вы приберете смети у куропатах. Да поможи прибрать, коли вам допомогчи державе белорусской за пару протоколов еще раз прибрать за вами смети. Я как и родился в этой державе, бреша я ее изневажая. Это вы, позор, это вы брешете. Позор. Вы службовцы хлусни. Державу, якая породила. Меня породил тата и мама. А вас породил Саня Лукашенко. Ганьба. Змитер, ганьба тебе. Мне ганьба, и вам. Ну, добро. История нас рассудит. Рассудить, рассудить. Но меня породила не держава. Это вы, порождение державы. Ехидно порождение. Антон, кому цікаво, у мене суд буде пересуд. Ніяким чином, хоч терміни спазнилися, буде пересуд 23-го числа в городському суді за образу этого лешого з лісничого. Хочу їх засудити за смітницю у куропатах. Коли що, подихайте. Ну я пропоную нічого не робити поки що, коли буде рипатися. Ну. А що відбулося, Сержук, розповіді. Ну что, подошел, сказал, что он местовый жихар. Запитал на подставе чего мы ставим крыжи. А я кажу, ну, а что мы мушу вам отказывать? Вот. А взял, заскочил на бревене на это. Я его спихнул. Ну, я мне одразу утвар. Вот. Вы бачите наступство. Вот. Ну, а после уже все остальные хлопцы подошли. Как бы, это значит, громадянин его не завольняет. Мы подставляем крыжи, и тому он мае право скакать и бить людей у этого утвар. Так это прокурор альбо громадянин Республики Беларусь? Ти это прокурор? Что, крыжи не подобаются вам? Вы что, леши? Вы что, леши? Ти кто вы? Як это может не подобаться крыж? Наши деды, прадеды. Наши деды и прадеды на могилках стоит крыш. А что туда поставить? Меня, допустим, моих не такой крыш, там другой. Какая разница? Есть. Вы будете тут... Еще раз говорю. Вучить знаете, людей, какие повинны крыжи быть? Если кресты так сильно, вот ну. Вся будет квартира на окошке. А я ставлю там, где люди невинно забитые. Так, я пойду крыши да, треба працевать. Скажите, пожалуйста. Сейчас внимание.
делайте официальный запрос, будет... Подождите, для того, так вы должны тоже официально, чтобы делать. Чтобы делать, надо... Вы должны официальный запрос получить. Вы же вносите изменения, не я. Так а что сдарилось, расповедите. Питер, ну я тебе расскажу. Нет, подождите, что вы ничего не ставите кресты. Это же есть изменения. Это для меня. Вы меня, удостоверение ваше. Вы знаете, я тут живу. Как вас зовут? Я зовут Ирина. Вы, не вы. Люди с вашей точки зрения их подставили. Мне это не нравится. Забыто Сергей Владимирович, начальник отдела экологической работы культуры. Вот так вот, ничего себе. Это здание имеет документы, оно зарегистрировано. Есть полномочия, фамилия позвать вас, экологической работы есть. Вы находитесь на истории культурной ценности. О, гляди, пузо век штурхается, ты ваш. Вот такие, молодяк. Хотел штурхануть меня этим пузом. А зачем мне беседа, когда я и так знаю, что это? А вы с подарша лунишка. Пузо высовываете, когда громадяне проходят по лбу. Министерство культуры. Так, что поставили министерство культуры написано? Что там написано? Вот я для вас вообще-то подчеркну. И что? Проведение парада, но сгодение с Министерством культуры помимо это быть. Так вот, давайте, тогда мы пообщаемся на эту тему. Вот принесете это, и мы с вами пообщаемся. Дело культуры, которое отвечает за историю культуры ценностей на территории Минского района. Ну, по крайней мере, чтобы тут велись работы соответствующим. Мы меняем старые кресты на новые. Ну, кто тут нового ничего не ставит? Ну, скажите, Виктор, где ты поставил новые кресты? Расскажите, ставил ты новые кресты? На того, что мне вам бандита, мне что расповедать. Ну. Я ничего не ображаю. В общем, основная суть такая, что это провокатор... назвавшись, прикинувшись, так сказать, местным жителем, он пришел и заявил, что ему мешают кресты, которые еще не поставили новые. Он залез, стал прыгать по ним, то есть, ну, всячески провоцировать активистов, Дашкевича, там его друзей. Одного ударил, он показывал там синяк. Милиция, как всегда, снимает, все фиксирует, но ничего не делает. Приехал чиновник вот какой-то, тоже непонятно зачем. Видимо, один из таких чиновников, которые три слова не могут всей компании исправить. В этой ситуации просто ничего не остается. Я бы этому человеку предложил чеснок и посмотрел, как бы он отреагировал, если ему кресты не нравятся. Ну, в другой адекватной ситуации на такое быть не будет. Просто это смешно то, что сейчас происходит. А можно чеснок, а можно осиновый кол в заднее место? Ну, туда не надо, но просто... Нет, так предложить же, предложить только. Просто не обращать на этих троллей внимания. Почему-то, ну, то есть, люди, когда вот активисты все, он не слишком эмоционально, я могу их понять просто ментально. В этом плане, когда к тебе подходит быдло, провоцирует, задает тупые вопросы, и ты это видишь по их лицу, что они делают это специально и намеренно. Ну, как-то нужно это обходить, в конце концов. Ну, в том плане, что... Не знаю, медитировать, что ли, я могу посоветовать. Ну, по-моему, активисты были максимально спокойны. То есть этого ударили там одного. Но он, я вижу, даже вроде как особо не устраивал там потасовки. То есть ребята нормально отреагировали, не поддались на провокацию, вели себя культурно. Ну, это как бы все. Весь список основной, что у меня был, заготовлен главных новостей. А какие-нибудь есть еще какая-нибудь информация? Ну, у меня лично ничего нету. У меня сейчас в основном, скажем так, на заметках это Керчь. Уже обсуждали. Мне просто интересно, из чего это все будет развиваться и куда оно дальше пойдет. Зацепит ли оно, естественно, развитие Беларуси. Я, конечно, извиняюсь, но это уже отдельно. Беларусь. Ну, я, может, как бы новости Беларуси и мира. Поэтому иногда чуть-чуть это... и другое зацепить тоже. Ну, я просто высказал свое мнение, да. То, что у меня... В первую очередь, да, конечно, новости Беларуси. Я про Керчь тоже думал. Просто я
не разбирался особо в этой теме. Может, кто-нибудь почитал? Ну, вы не разбираетесь в этой теме, и вы говорите про это. Ну, серьезно. А я не говорю, что я не разбираюсь. Я говорю то, что уже эта тема разбиралась на прошлом стриме. Но она все равно остается для меня, скажем так, самой интересной. На как происходящее на этой неделе вообще. Я думаю, правду мы до конца не выясним по этой теме. Ну, попытаться стоит. Тогда предлагаю обсудить реалистичность того, о чем сказал Латынина. Я даже четвертого зайца насчитал. Именно спасение рейтинга Вовы. Разве мы это не обсуждали вчера? Кто был вчера? Я тебе не вчера. Какие шансы? Дело в том, что все, что ты сказал Латынина, мы сами до этого своим умом доходили. Она просто собрала всех зайцев в одну кучку, в одно высказывание. Я, например, не думаю, что это как-то непосредственно с ним связано. Скорее всего, это даже ему будет во вред. Потому что, как объяснить, он уже кое-что... Единственное, что может использовать российская сторона, это выставить себя в жертву, которая пойдет в рай, как сказал один народный лидер из союзной державы. Больше положительного... из этого ничего не вынесет. Потому что для стороннего какого-то обывателя, произошедшее там, это показатель того, что спецслужбы работают абы как, то, что в самой, на самой территории России происходит черти что. Тем более Керчь, Крым — это курортный, вроде как, курортный полуостров, или что уже там от него осталось. Кроме политических баллов от этого ничего не выиграет. Так что там выборы? Когда выборы? У нас? Да, да. У нас в 2020 году. Президентские. Замечательно. Погоди, 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 кот, ты как-то пропустил выборы в 2019 году. Парламентские. Федя ж про президентские спрашивал. Нет, нет, нет. Выборы Александра Григорьевича я спрашиваю. Остальные выборы — это вообще ни о чем. Почему? Нет, наоборот. Ну, парламент у нас вообще выборах... что решает? Я в плане политического процесса, кот. Вот в плане выборов президента вот это не решает. Вот ты бред сейчас сказал, полнейший. В плане парламента это местный, вот это да, это нормальный выбор. Ты можешь хоть политические очки, и чудом, возможно, там даже люди из оппозиции парочку проходили, их выбирали там в селе и так далее. Главное делать, что. Я ж не про местные, я говорю, выборы. Местные в 18-м. Это ты... В 19-м же будет парламент. Местные выборы. Парламента. Ну да. Это поважнее, чем президентские, естественно. Ну, я уже сходил с видеокамерой на местные, я посмотрел, как там на все это реагирует. Не хватило. Я про парламентские. Там будет точно такая же ситуация. Ну, в плане создавать группы и уже как-то готовиться к выборам. Не думаю. Да-да-да. Ладно, короче, я уже про это выбор уже кучу раз говорил, писал. Нужно идти, нужно снимать, нужно готовиться. Получается, значит, Александр Григорьевич заступит в 20-м, а Вове надо быть выбранным в 24-м. Правильно? Ну да, и... Правильно. Целых 6 лет. Соответственно, в 23-м надо иметь уже на руках готовую новую конституцию. То есть для Вовы. То есть, в принципе, по срокам все сходится. Сейчас вот Александр Григорьевич переизберется через год и скажет: ребята, давайте пойдем в Россию. У нас будет экономика лучше. Наоборот, экономики не будет, власти не будет. Это ты задрал, серьезно, сколько можно уже? Ему бежать некуда, даже в Китай и в арабские страны никто его не возьмет, только в России. 24 года сидел, вдруг в Китае. Все, новости закончились, я так понял. Ну, получается, вот. Да. Да, я предлагаю такой формат. Этот стрим мы заканчиваем и продолжим через 10 минут свободное общение, свободный стрим, в котором мы просто поразговариваем и обсудим разные темы. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписывайтесь.